Ну что, всем здравствуйте, влетаем, как всегда, в понедельник, в первый день турнира, и дальше все идет не по плану. Ладно, будем надеяться, что все в порядке будет. Давайте пробовать. Плюс у нас тут еще соревнования стихий, наконец-то красные. Заветный тут. Ну, короче, как всегда, понедельник, дофига всего нового. Вот. Здесь еще призыв трех королевств. Вроде никого нового. А, нет, добавили какую-то даму. Охренеть, прикольный навык такой. Ну да ладно. Пока что не хочу туда даже влезать. Все потихонечку, постепенно мы посмотрим и сделаем. В принципе, герои все однотипные, плюс-минус, в плане навыка. Ну, конечно, можно новую механику тут придумать. Ну, пока, знаете, не заморачиваться. Так, есть фиолетовый. Алло. Причем такой Ригард. Есть Хутао. Ну, обязательно здесь берем двух зеленых. Да можно и такой пойти командой, на самом деле, попробовать. Потому что кабан. Единственное, что я бы поменял бы вот так. Так, поинтереснее, поехали. Тибуртус тут без костюма. У меня. Опа. Это интересно. Ну давай вот так сделаем. Интересно, Хутао слетит, если я в него запущу вот так камни. Не слетел, но сейчас он погибнуть должен. По идее, да. Камень его настиг. Еще три фиолетовых скидываем. И будет нам праздник. Оп. Хорош. Сдуло. Так. Можно потом, когда Тибуртус по нам ударит. Снять все навыки. Блин, а что это за удары такие? Я что-то не понимаю. Какие-то тычки дикие. Тычки просто нереальные, я бы сказал. Так. Если честно, я ничего не могу сделать вообще. Вообще. Да, не густо. Надо было желтый брать. Сносить все-таки центр. Ну, мы тут проиграли уже. Я явно это чувствую. Без шансов. Без шансов. Ну, просто здесь выставляет, как в последний раз. Ох, доклевали меня здесь. Ну ладно. Ладно. Первое поражение.
заезжаем дальше. Ну что, можешь взять других ребят? А кого? Вот так. Или Алмура не брать. Шархай здесь что-то вообще не отыгрывает, мне кажется. Вот на быстрой мане, да. Хотя, может, сейчас отыграет. Ладно, давайте. Вот таким составом пойдем. Очень необычно. Два синих. Кстати, хорошо. Синие встали. Давайте тогда заряжаем синих. Я думаю, что мы снесем центр. Вот так. Раз. И фиолетом кинем два. Всех дел за малым. Вот так кидаем. Кидаем сюда. Ну, против красных здесь, конечно, не очень. Ладно. Ну, допустим. Так, желтых у меня нету. Ну, допустим, вот так. И фиолетовый кинем сюда. Тут пока комментировать особо нечего. Я думаю, что уж победим. Да, тут победа. Что, двигаемся дальше? Пробуем, так сказать, выносить. В принципе, команда вот эта у меня неплохая, которая сейчас поставлена. Она такая, знаете, растяжная, в то же время вальяжно, там хилы работают, усиление ставит на фиолетовых, тоже отыгрываем нехило. В общем, в целом, я считаю, неплохой выбор команды. За исключением, наверное, что вот сейчас трудно придется. А, давайте сейчас сложим как раз красненькие. Вот так. Снесли центр. Не, команда огонь. Команда огонь. Даже, наверное, аккуратненько вот так сделаем. Даже йота, наверное, снесем. А, надо было сначала срезать. Ладно. Тупанул. Ну ничего, все равно здесь решают у меня камни. Все-таки радуга надо, да? Гонять.
Не, можно еще каких-нибудь пассивок взять. Диких. О, Аннабелька стоит. Можно желтыми отыграть. Ну ладно, давайте так же. Раз тут нас мощно усиляет, то можно спокойно отыграть как надо. Аннабелька там, как всегда, что-то придумала. Но мы ее сдули. Нафиг она, как говорится, нужна. Так, Алмура бы еще раз зарядить. Ладно, давайте. Так вот. Пока действуют усилялки. Не, ну, ребят, здесь вообще какой-то вынос-снос просто мозгов. Джунаид вообще ничего не делает. А это, на самом деле, лайфхак. У меня вот этот вот человечек Колин, он как будто бы, знаете, пятерка по статам, ничем не уступает. Просто разнос идет команды. Можно взять синих было. Моно. Ну да ладно. Так. Фиолетовые, красные. Ну, так зарвем, посмотрим, что выйдет. Вышел фиолетовый. А, блин, там контратак стоит. Больно. Контра — это больно. Йота бы забрать. Пробовать. Ладно, давай вот так попробуем раскидать. Раз, два. А, не хватило, да? Не хватило. Ну давай, вот здесь красный сейчас подъезжает. Колина мы зарядим, интересно, нет? Он медленный, собака, вообще. Не хочет он заряжаться. Зараза такая. Одни красные остались на поле. Ну вот, зарядился. Ну давайте пробовать. Снесем, не снесем. Блин, эти подарочки еще. Зараза такая. А ну-ка сейчас. Против красных. Отлично. Не, ну, дамага приличная. Улетает. Зелени, конечно же, нет у нас. Красные есть. Бьет сильно. Ну и все.